Вороны царапают меня коты. Пускай царапают, смеются, я к этому привык давно. Мне счастье поднеси на блюдце, я вышвырну его в окно. Стихи и звезды остаются, а остальное все равно. Георгий Иванов. Только что прозвучало его стихотворение, песня на стихи Георгия Иванова «Мелодия моя». Я вывожу свои заставки, желаю сердцу милый труд. Стих среди пурпурные отравки, как самый ясный изумруд. Какое милое веселье, как внятно краски говоря. В окошко выверной кельи стучится гопливый град. Стучится гопливый град. Уж вечер, солнце над рекою, пыля дорогою стала. Я знаю этому покою, не измениться никогда. Молитвы, книги, размышления и кисть в моей руке. А горькое мое томление, как горний облак далеет, как горний облак далеет. Сердце смутно ждет чего-то во имя Господи твоем. Блеснет на лицах позолота, и в маске сия ворота ударит крестника копье. Аналогия, она там была заложена, на самом деле. Вот. А у меня есть еще один портал, с помощью которого я лично в этот мир начала 20 века окунулся. Это наш дуэт с Сашей Черным. Где-то лет, ну, в общем, в конце прошлого века я как-то очень на его стихи подсел и написал несколько песен.
И вот одну из них сейчас спою. Прошу прощения за, может быть, где-нибудь собьюсь, потому что не пел ее лет 30. Вот честно, вот недавно вспомнил, так сказать, и живу в памяти. Но с Сашей Черным и через него с «Бродячей собакой» я знаком не понаслышке. Хотя песня про кота. Те обычаи в костей, соблюдая старинные обычаи кошачьих приличий, обнюхал все каблуки, кеды, штаны и носки, потерся об все знакомые ноги, и вдруг, свернувшись с дороги, клубком по стене, сбежал из движений, повернулся ко мне и прыгнул ко мне на колени. Я подумал в припадке амбиции, конечно, по интуиции. Животное это во мне узнало поэта. Кот понял, что я одинок, как кит в океане, что я присел в уголок, скрестив усталые длани. Потому что мне тяжко, кот ласково ткнулся в рубашку, хвост заходил, как лоза, и взглянул мне с тоскою в глаза. О, друг мой, склонись над котом, шепнул я краснея, прости, что в душе я тебя обругал равнодушным скотом. Но кот, повернувшись свой стан, вдруг мордой уткнулся в карман. Там лежала полтавская сало в пакете. Нет больше иллюзий на свете. Спасибо. Наташа, прошу. Наташа Шаповалова, Андрей Базовский. Дуэт «Совпадение» в полном составе на сцене на этой сейчас. Это почти экспромт, потому что эта песня тоже из тех далеких времен. А Наташа ее немножко скрипкой, так сказать, приукрасила и сделала богаче и разнообразнее. Саша Черный, а музыка моя. Пчелы идут зеленому своду, на воде зеленые тени, я смотрю, прибегая на воду, и за пазухи матушки лени. Почтальон пошел за решеткой, пьяный взрыв дежурного лая, сотный воник продушенный водкой. Ваш конверт не принес и кая. Ничего, пойму в этом деле, жить в одной и той же столице, и писать по завязок недели, точки, огромных страниц. Ваш конверт непорочный, да я рад, твой лукавый, соглашаюсь на все заочно, к сожалению, вы вечно правы, то нелепо, то дико, то узко, вам направо, что ж не видно налево, между прочим, зеленая блузка, вам ужасно к лицу королева, нет, не буду читать, дорогая. Волны живут по воде ваши строки, пусть утопленник встречный зимой разбирает ваши упреки. Если ж вам надоест сердиться, крем сердиться, куплю погоду, приходите вместе лениться и смотреть, не легая на воду. Наш уже, вот, наш Наташа репертуар, дуэт «Совпадение».
сейчас прозвучит песня, в которой 4 куплета написала Наташа. А мне показалось мало, говорю, Наташа, как-то маловато. И взял, написал 5-й. Вот кто угадает, который из 5 куплетов. Не аутентичен, не Наташа, а мой. Тому я подарю сборник стихов. Но тот, кто знает, уже не говорите, конечно, не подсказывайте. Это же вопросы задаю уже не первый раз. Есть, есть. Есть? А гитары немало? Принесли словно закат встречного ветра, память палитру красной покает лист. Сердце вас тихо играет ретро, внутренний голос поет прошлую жизнь. В незримом мире далеком близко образы будто жившие тени слов, выхвачены софитами чувства и мысли, старые ноги и потеряли кровь. Когда-нибудь станет давным-давно, и я смотрю в глаза, наполняя небо. Новый день уже стучится в мое окно. Это давным-давно вновь играет с нами, в облике новом являюсь который раз. Бесконечности.
кстати, пару лет назад вышел диск, который так и называется «Коридор времени». Он еще есть в наличии. Спасибо. Я собрался повесить. Где два, там и три. Так, редкая песня, которая звучит в нашем уже троичном составе, называется «Не герой». Ну, это песня условно приближена к Серебряному веку, но тем не менее одна из поэтесс русской эмиграции, небезызвестная Марина Цветаева, обожаемая мной лично, я думаю, что большинством из вас, она очень любила вот эти определения «не встреча», «не герой». Вот поэтому я считаю, что эту авторскую, мою песню, точнее песню на мои стихи и на музыку Андрея Базовского вполне можно исполнить в этот вечер. Итак, «Не герой». Игра ума, игра добра и зла, игра рассудка и воображения. Друг друга отражают зеркала, взаимно искажая отражения. Мне говорят, ты выиграл игру, но все равно я больше не играю. Допустим, как поэт, я не умру, зато как человек я умираю. Мария Верстакова и Надежда Сечкина покажут небольшой этюд, посвященный Марине Цветаевой. Еще один эмигрантский поэт Марина Цветаева.
Судьба одарила ее завидным и редким даром песенным. Пожалуй, ни один из ныне живущих поэтов не обладает в такой степени подлинной музыкальностью, писал Владислав Ходосевич о Марине Цветаевой. Эта музыкальность Марины живет и в ее поэзии, и в ее прозе. В каждом слове, в каждом звуке. Пожалуй, самый популярный романс на стихи Марины Цветаевой, написанный Михаилом Таривердиевым, простите за дикцию, «Мне нравится», исполняет Мария Верстакова. Добрый вечер, дамы и господа. Чехия, Германия, Франция. Впереди одиночество, изгойство, нищета и тоска по родине. В России я поэт без книг, а здесь поэт без читателей. И все же Марина не могла не писать. Музыку, пожалуйста. Есть счастливцы и счастливицы, петь не могущие, им слезы лить. Как сладко вылиться горю ливнем проливным, чтоб под камнем что-то дрогнуло. Мне ж призвание, как плеть, меж стенания надгробного долг повелевает петь. Пел же над другом своим Давид, хоть пополам расколот. Если бы Орфей не сошел воить сам, а послал бы голос свой, только голос послал во тьму сам у порога лишним встав. Эвридика бы по нему, как по канату, вышла. Как по канату и как на свет, слепо и без возврата.
ибо раз голос тебе, поэт, дан, остальное взято. В 1937 году, после отъезда Али на родину, Марина узнает о смерти своей подруги, актрисы Софьи Евгеньевны Галидей. На побережье Франции она пишет свою самую большую и самую романтическую повесть, повесть о Сонечке. Я читала в каком-то театре на какой-то сцене свою пьесу «Метель». С первой секунды у меня запылало лицо, но так, что я боялась волосы загоряться. Я даже чувствовала их тонкий треск, как костра перед разгаром. «А где же Сонечка?» – спросите вы. Сонечка началась в моих тетрадях с ее жалобного в первый приход ко мне возгласа. «О, Марина, как бы я вашу даму в метели сыграла! Как я знаю каждое движение, каждую интонацию, каждый перерыв голоса, каждую паузу, каждое дыхание! Так как я бы, Марина, ее никто не сыграет. Но я не могу. Я такая маленькая. Не ростом. Не только ростом. Мало ли маленьких. И маленькость ее была самая обыкновенная. 14-летней девочки. Ее беда и прелесть были в том, что она этой 14-летней девочкой была. О, Марина, я так тогда испугалась, так тогда плакала, когда я вас увидела, услышала, так сразу вас полюбила, потому что я поняла, что вас нельзя не полюбить безумно. Я сама вас так полюбила сразу. Сонечка, а вы заметили, как у меня тогда лицо пылало? Пылало? Нет, я еще подумала... Какой нежный румянец! Значит, внутри пылало. А я боялась всю сцену, весь театр, всю Москву сожгу. Я теперь поняла. Оно навстречу вам пылало, Сонечка. Это был мой последний румянец. В декабре 1918 года вся Сонечка, мой последний румянец. С тех приблизительно пор у меня начался тот цвет, не цвет лица, с которым мало вероятия, что когда-нибудь уже расстанусь до последнего ни цвета. Я счастлива, что мой последний румянец пришелся на Сонечку. Все припева, моя мать.
стихийно совсем будет, вдруг тебе. Участниками нашего такого действия, атмосферного действия «Бродячей собаки». Была такая интересная игра в этом арт-кафе. Было у них любимое слово «Жора». Эти два слога предлагалось ставить в любое импровизированное двустишие или четверостишие. Ну, как пример. «Свежо растением на земле, не видно нас кромешной мгле». Ну, конечно, это могли бы быть более какие-то связанные, наполненные смыслом двустишие. И, в общем-то, примеров довольно много было. Особенно отличался в этой игре Осип Мандельштам. Но я предлагаю и зрителям немножко попробовать себя. В принципе, и имя Жора тоже вполне полноценное
полноценный участник четверостишия этой игры, соответственно.